Завтра в игре Genshin Impact нас ожидает самое крутое и новое прикольнейшее событие. Ба-дам-ба-дам-ба-дам. Опа! Большой всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий Толкенвей. Да, действительно, завтра у нас начинается очень крутое событие, которое ожидали многие игроки. В принципе, наверное, ожидали точно так же, как и прятки. А суть вообще ивента и что там нужно будет делать. Ивент называется «Божественное мастерство», и в принципе оно очень сильно напоминает Mario Maker. Сначала мы выполняем небольшое задание, у нас открывается подземелье, и нам нужно проходить разнообразные готовые подземелья на скорость. А мы заходим в подземелье, перед нами какая-то трасса, наполненная разнообразными ловушками, препятствиями, и нам нужно пробежаться по ней и собрать все монетки. В принципе, это самая простая задача в самом подземелье есть. Но суть в том, то, что чтобы собрать все монетки, нужно смотреть, искать их, проходить разнообразные испытания, не боевые. Поэтому там все испытания на ловкость, на правильное нажатие пробела. А мешать в сборе монеток нам будут разнообразные ловушки, которые будут наносить урон по полу, такие волны будут, либо же просто поджигать под нами плиты, либо же плиты вообще будут пропадать. Нам нужно будет использовать свой глайдер, нам нужно будет использовать электроцветки, чтобы прыгать как можно выше. И, в принципе, базовые, стандартные подземелья, которые подготовили для нас разработчики, они достаточно простые. Плюс к тому же там можно собирать разнообразные бафы, которые увеличивают выносливость нашу, ускоряют, позволяют более высоко прыгать, ну, всякое подобное. Но, самое интересное, то что как только мы пройдем базовые подземелья, нам откроется доступ к мультиплееру. А вот это уже более интересная вещь. Дело в том, то, что при желании ты можешь составить свою комнату и сделать ее доступной для других игроков. Просто делаем свою комнату, обустраиваем ее точно так же, как мы обустраиваем чайник. То есть у нас будет определенное количество возможностей поставить препятствий. Препятствия сразу все будут открыты, можем выставлять свои задания, настраивать количество времени, которое выдается на прохождение. После этого выдаем теги специальные для нашего подземелья и выставляем ее в общественный доступ. И после этого можем наблюдать, как другие игроки будут пытаться его проходить. И я думаю, за самые интересные, возможно, разработчики даже как-то наградят. Но в любом случае, даже я с удовольствием поиграю несколько стримов в разнообразные комнаты, подземелья, именно ваши. Поэтому, если действительно составить какую-то крутую комнату, то буду рад поиграть в нее на каком-нибудь стриме. А что по наградам? По наградам, конечно же, все более-менее стандартно. 420 примагемов, книжки опыта, книжки талант, волшебная руда Мора. Ничего такого сверхъестественного нет, но тут, в принципе, самое главное, это как раз-таки возможность повзаимодействовать с другими игроками. И лично мне это нравится очень-очень сильно. А поэтому, да, уже завтра, 12 часов по московскому времени, это все начнется. Обязательно заходи и тестируй это прекраснейшее событие. А на сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока.